Я хочу в першу чергу привітати разом з вами команду, яка подбивала, здається, що не було ще команди на нашому озері, щоб таку вісти. Скільки вона підбивала? Із Ізраїлю. 3,5 тисячі. Ну, такого ще не було. Таких відстані не було. Давайте вітаємо, молодці. Андрюха зразу дає ім'я ще грузів. Ну завжди так ж було. Ну проти твоєї ящика горів. Ну без питань. Ну завжди, хто далі приїхав, тому ящик грузів давав. Обговорюємо. Добре. Тоді давайте так. Всі команди є на місці. Нас 27. Сумі. Переклічечка. Рекорд. Френс Вів. Ягілон. Кардіокарк. Макс Трускавець. Ізраїль 1-2-3. Вікторія Львів. Магнум Львів. Він же ЖКК 3. Сайберкар, Аптерос, Терпкар, Кричевич 1-2-3, 3-2, мікрофон. Карпух, Одеса 1-2, Карпрайд будуть Уляники, Житомирський Карпово клуб 1-2, Кричевич Закарпаття 1 під'їжджає. 5 хвилин тому йому було досить їхати, поки ми поговоримо, він буде. Прайдкар, не буде тут Карпрайд, тут Уляник є. Портфішен дубно є, полосатик рівня є. Нікого не забув. Я не дарма питаюся, тому що у нас була одна така заміночка, яку ми якби успішно подолали, але як бережного Бог береже, якби подули на гаряті. Значить, так воно і є. Тепер мені треба ще пару формальностей. А формальності дуже прості. У нас, як ви бачите, чемпіонат Львівської області, він взагалі є в лічці. Але в зв'язку з тим, що ми на порозі такої грандіозної події, як чемпіонат світу, всі наші змагання є фактично всі, є частиною процесу підготовки і до чемпіонату світу, і до відбірних етапів, які проходять тут на озері. Тому серед нас будуть грати команди. Вони якби своїх амбіцій не відпускають, може хтось з них і стане чемпіоном області, не знаю, декому це вже не потрібно. Але не думайте, що вони будуть опускати руки і не тренуватися. Але ми мусили якимось чином поєднати формат клубний і особистий. Це буде наступне. Ми маємо, на жаль, 8. Комбінацій. Це пов'язано з тим, що в нас не 29 команд, які на попередньому були, а всього ж 27. Ми мусили забрати деякі сектори. Тому ми лишили не 9 комбінацій, бо там все розрушилось. Ми просто мали комбінацію з чемпіонату України, забрали пару секторів, пропало нам 2 комбінації. Щось міняти ми вже не хочемо. Тому ми лишили 8 комбінацій. Значить, спочатку підуть клубні команди і витягнуть свої комбінації. Для того, щоб вони не попали в одну зону. Це їх побажання і це правильно, тому що вони ще й тренуються. У них тренування тут за 2 тижні буде заруба, така, яка була тиждень тому. При тому жеребкуванні ті комбінації, списки в мене є, витягаються з того лотка, де є всі сектора наразі, які є на полі. І вся решта секторів сипається вже в мішок, і ми пішли нормальне особисте жеребкування. Це всім зрозуміло. Нема ніяких питань, заперечень. Ну, вроді, то все якби нормально. Ще одне зауваження, значить, то не зауваження, в нас є команда Карп-клуб Одеса. Один і два, їх двоє. Вони теж не хочуть працювати в одній зоні. Тобто, проводити жеребкування як мажоритарні, як вони не хочуть. Ми їм зараз робимо віртуальну Карп-клуб Одеса 3. І коли ми ту комбінацію будемо виймати, той, що випаде на віртуальну, ми його лишимо. Це теж зрозуміло. Правильно? Тоді мені ще треба, так, Житомирський Карповий клуб, мені треба прізвище. Магнум Львів. Балух. Балух. Друге прізвище. Балух. Тоді... Ти чуєш, що Василь? Балух Олександр, Балух. Андрій Олександр. Олександр. Добре. ЖКК 1. Прізвище. Курдига. Прошу? Курдига. Ага. А
Чек, потім коли здавати? Зараз чекайте. Кузьменко, другий. Та поки жінка гроші дала. Кузьменко. Кузьменко, дайте йому ще тяжело. І можна і так голова буде, чуєш, смартою. ЖКК-2. Поляков. Поляков. Запчастина. Второй? Яким чином. Одеський Карпов, Карпу по 10 тисяч я не буду. Можеш ти? Так. Ви би мене взяли. Будь ласка, я зараз зачеплю полосатик, як Карпу по 10, пойдеш в обоймі, договаривайся. Та він не має стільки грошей. А що тут гроші? Так так і так. Ладно. Він не пройшов з того. Мы в прямом эфире. Всем привет. Ни пуха, ни пера нашему тренеру. Чтобы вытащил. Много людей нас смотрит. Я иду тащить. Держим за меня кулаки. Пацаны, кто слышит, скажите, как звуки, как видно. Напишите, пожалуйста. Все забудулая. Все забудулая. Было предложение пройти под джекпотом. Саша Уралец, привет. Даник, привет. Димас, привет. Спасибо, мужики, что с нами. Пять крупных. 150 рублей. Big fish суток. 3 по 100. Нельзя идти на первые, или вторые, или третьи. 3 по 100. Общий вес 150. Big fish соревнований 200. Бигфиш соревнований не идет. 5 крупных. Но бигфиш суток, наверное, моего. Конечно. Гена, а что, не слышно, что ли? Скажи, люди, пожалуйста. Рекорд. На все? Рекорд на все. А то потом такого не было, за поганий сектор я не даю гроши. Я в пасі сразу были. Я вас перебью, можно? Бренд Свиф. Крышка, скажи мне, джекпот. Я не чую ни хрена просто. Все, тихо. Бренд Свиф. Я понял. Добре, добре. Ягеллон. Пас. Пас. Кардиокар. Макс Трускавец. Полностью собрано. Израиль 1, 2, 3. Мы идем? Тут. Будете в джекпотах? Все три, да. Да, да. Все три команды? Дорогу, да. 900 гривень не дати. Шакеля? Виктория Андреевич. Магнум. Пиши, поки жінка в машине. На всі. Сайбер взялся. Аптерос, я знаю, что пришло на бишпиш другой. Дарка. Костик, привет. Гена, привет. Второе тоже. Смотрят люди. Скажи, два слова, пацаны. Мы Митракшин. Мы приехали на водоем, на котором будет проходить чемпионат мира. Мы, можно сказать, первопроходцы. Первый раз на этом водоеме. Адреналин зашкаливает. Очень много сделано, пройдено. Осталось нам вытащить нужное и выиграть. Сейчас, секундочку. ЖКК-1, 5 крупных и все? Да. ЖКК-2. 3 по 100. Пацаны, нас смотрит много наших. Скажите два слова пока. Мы добрались, все хорошо. Все будем хорошо, работать. Будем работать, отдохнули, подготовились. Болеем за нас. У нас тут куча людей. Саша Уралец, Гена Хайкин, Костя, Дима. Отлично. Много смотрят. Отлично. Пацаны, спасибо. Переезд был длинный, подготовка вчера была длинная. Но мы здесь, мы не сдаемся, мы приехали, чтобы выиграть. Андрюха. Всем привет. Всем привет. А дальше? А дальше все. Дальше не все так просто, да? Да. Мандражит по чуть-чуть перед жеребьевкой. Но все будет хорошо. Все готовы. Да. Thank you.
Тренер, скажи ребятам, много людей смотрят, скажи два слова. Всем привет. Я иду тащить сектора. Так что держим за меня кулаки. Что сейчас происходит? Расскажи, почему сейчас мы не снимаем прямой эфир? Почему мы не снимаем прямой эфир оттуда? Расскажи про джекпот. Джекпот. Да, есть они собирают, есть, да? Да, есть дополнительные номинации, в принципе. Ну, вот их порядка 5-6, по 5 крупным рыбам. По крупным рыбам каждые сутки. По первой рыбе, там, по-моему, по общему весу. Ну, всего 5 джекпотов. Это как бы регистрируют сейчас команды и по большому счету собирают деньги. Ну, деньги потом собирают. Олег, иди. Олег. Да. А можно снять его, да? Спасибо. Можно. Шарик не возвращается. По очереди. Тащи, по очереди. Три шара. А? Нет. А? Есть. Почему С? Откуда вы знали, что С? Мне показалось. А. С. С. Ну, дальше Б. Можно не тянуть. Шары назад. Б. Все. Магнум. ЖКК. Кто-нибудь от ЖКК сюда идет. Рассказывай. Так, мы сейчас прожеребились, в принципе, по зонам. Аса попала в зону А. Братья попали в зону С. И девятки, да. Девятому бикарпу попала в зону Б. Вот. Так что, в принципе, неплохо. Кроме аса, которым придется жопу. А кто в зоне С? В зоне С, братья. Зона С. Теперь посмотрим, какой сектор. Да, теперь надо сектор. У них там имена записаны. Да. Да. Записаны фамилии. Конечно. Чтобы поменялись бы. Будем работать. Да. Чего, Гена, что ты молчишь? Чего ты молчишь? Гена, не молчи, Гена. Варяники будут. Зона А такие. Дальнобойная. Аса. Вот же что дело. Олег, что ты скажешь по зону? Про зону. Будем думать, в принципе. Ну, пока все нормально. Какие сектора будут? Это главное. По прошлому турниру ты помнишь, что там происходило? В принципе, да. Проверяем все комбинации. Гена сказал, я молчу, Антон знает почему. Теперь он может говорить. Говорю, Антон знает почему. Гена теперь может говорить. Жеребьевка прошла, я сам на ней участвовал. Это Сербия, прикол. Андрюша Лев присоединился. Привет, Андрюха. Алекс Зайднер, Антошка, порвите всех. Сергей Песков, Рура, привет. Это Юра. Привет, дружище. Давай я буду. Вадик, привет братьям белорусам. Рура нас смотрит. Привет, ребята. Молитесь за нас. Ну что, поехали. Опять Израиль. Поехали. Молитесь за нас. Пошли доставать. Вытащите просто один шарик. Комбинация номер 7. Все? Ваши сектора А7, Б8, С1. А7, Б8, С1. Запомни. А7, Б8, С1. А7, Б8, С1. Запомнили? Запишите кто-нибудь. А7, Б8, С1. С1. Мы даже не сомневались, в принципе. Мы за ней шли. А8. Как бы по-другому просто не могло быть. Как раз, где мы говорили с тобой, да, за которым... С1 – это сектор, который выиграл. Это комбинация, которая выиграла чемпионат. А Б какая? Б7. Б8. Б7, А8. А7, Б8, С1. Блин, я уже вышел на УЗИС, пока ты достал телефон и записал. Олежа? Да. Красава. А? Красава, говорю. Дай опять. Все, комбинация отличная, сектора хорошие. Осталось только командам работать. Будут работать, будут результаты. Ну не подмажешь, не поедешь. Да.
Да. Ну, ну что, с Богом. С Богом. Гена, Гена, развязывай, вот, разговаривай. Они все пишут. Сережа пишет, Сережа Песков пишет, давайте, ребята, буду держать за вас кулаки. Рура, спасибо, брат. Привет с Канады. Сергей Паша. Андрей Лев. С1, 15 восклицательных знаков. Пишет. А что на тему А7? А что на 7 на тему А7? АБ8. АБ8. Тут все лучшие. Борис Бунин, комбинация лучшая. Отлично. Сергей Паша ржет. Карту давай покажи. Хорошо, сейчас, скоро. Карту, да, интересно. Скоро. Карты у нас пока нет. А вон сектора. А давайте посмотрим. Да, но это... Ну, там непонятно, где... Нет, это старая разбивка. Это неправильная разбивка. Это неправильная, да. Гена Хайкин пишет. С1 – это лучший сектор. Там лидеры ловили на чемпионате Украины. Алекс Зайнер. Олег, ты лучший. Ребята, вперед. С1 – там не лидеры. Лидеры в 50 каком-то были здесь. Нет, и в вашем и секторе, там, да. Вот этот сектор был там. Это вот за которым как километров. Раз вот это... Комбинация, которая взяла Trinity, которая взяла первое место. Mm-hmm. Да. То есть как бы... Это 500 килограмм в зоне С, это как раз А1. Спасибо, Геночка. Ребята, если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что нету, я буду отключать прямой эфир, у меня уже рука затекла. Я его сохраню, потом посмотрите просто в Фейсбуке у Олега. Что нам еще сказать из пацанов? Не знаю, комбинация хорошая. Хорошие сектора. Сергей Паша пишет, Дрямов, улыбайся. Улыбается вам. Предводитель табора. Я буду улыбаться через 3 дня. Да. В надежде. Тьфу-тьфу-тьфу. Андрюша, да, да. Ничего. Что ты? Нет, С1. С1 это 51. А B7? Все? Включаешься? Нет, еще. Нет. А7 это... Сектора соответствуют, как на чемпионате Украины. Да. Да. Сережа Паша, мы держим за вас кулаки. Спасибо, мужики. Александр... Кеша присоединился к нам. Да, Гена, Гена, это комбинация, которая выиграла чемпионат Украины. Последняя, 7-я комбинация. Сектор С1, это сектор, сектор А1, это сектор 51 в новом раскладе, который есть на сайте. Мы потом пришлем. Это самый бомбический сектор на дамбе. Руслан Шевцов смотрит. Кеша смотрит. Всем привет. Израиль один. Идет на А серии. Израиль 2. Идет на С 1. Нет, С4. С1. С4, извините, это реально из-за этой... Ага. Хотя стоп, смотрите, мне все равно. Только что-то здесь какая-то. Ну, написано С1, ну. А я могу вам поставить. Если... Ну, как, поймите, эти шары еще было. Не играли. Ставь С1. Ставь С1. Все. Ну было написано С1. Значит С1. Все, все. Не, они правильно все сказали, они его зафиксировали. Там Паша, написано. Он еще не играл этот сектор, он сейчас, Паша, будет разыгрываться. Если ты и так ведловишься нормально, что ты паришься? С1 и Б, где Израиль? Б8. Ты что, на все джекпоты, ты все кушки пиздервешь. Б8. Дорогая. Так, дальше. ЖКК идет опять. Что-то были какие-то тут непонятки. Вообще непонятки. Они на восток, или? Да, а? Да. Восток, С1. Да. Вот и первый не играл, но вытянули комбинацию трое поначалу. Сейчас их уберут из игры, эти комбинации, и все остальные будут разыгрывать то, что осталось. Не понял, Антон. Были комбинации на чемпионате мира.
На чемпионате Украины. На чемпионате Украины, извиняюсь, да. Мы сейчас разыграли все комбинации, мы попали. Сейчас эти сектора уберут из общей агролы, и все оставшиеся здесь пойдут. Но это наши сектора. Эти наши сектора. Эти железные, да, наши. Все, их сейчас уберут. Серый, что-то здесь была какая-то, я не знаю, ты смотрел, была какая-то тут непонятка, что-то они с первым сектором, с крайним зоницей тут начали возмущаться, но мы настояли и нам оставили его. Пока непонятно ничего. 7, 8, а может даже быть и много. И первым, крайним. Не было два, не в комбинации Кричевича было два. Нет, Б8, тут 9 секторов в зоне Б. Мы вторые. И ВАВ, получается, вторые следи. Мы вторые. Да. Выключай трансляцию уже после, когда распределимся. Да, ребята, всем огромное спасибо. Нет, тут люди вопросы задают. Ребята, мы отключаемся. Всем огромное спасибо. Спасибо всем. Да. Для тех, кто только присоединился, мы оставим трансляцию. Мы оставим трансляцию на Фейсбуке у Олега. И смотрите, мы будем включаться. Рыба дня. Ну, на все дни. Кричевича. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами, что вы болеете за нас. Постараемся оправдать ваше доверие. Кеша пишет: ну, нам с вам с непонятками не привыкать. Мы с Авитоном вас тренировали на последнем галерейском карпе. Кто тянул шары? Серый, старт завтра в 7 утра. В 7 утра. Сейчас тут без 15:05 вечера. Но это Сережа из Беларуси, у них не то же самое. Да. Так что все будет нормально. Мужики, всем спасибо. Мы едем.